проживает всего 400 человек, но летом приезжают десятки тысяч туристов. Это село Ширяево, окруженное с трех сторон Жигулевскими горами, а с четвертой – Матушкой Волгой. Там проходит фестиваль «Жигулевской вишни», на котором всех угощают пирогами, и экофестиваль «Чистый Репин». Обычно я всем экскурсантам говорю – смотрим под ноги, нагибаем голову. Там из земли бьет винный ключ, который не опьяняет. Это райское место. Это место воспето в стихах поэта Александра Ширяевца и на полотнах художника Ильи Репина, в память о которых созданы музеи. Оттого и дороги мне люди, что живут со мною на земле. Смотрите программу «Компас ГИСП. Туризм без багажа» 29 мая в 18:45 на телеканале «Самара ГИСП».